Выбрали 11 лучших. В правительстве Бурятии сегодня наградили победителей республиканского этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Всего участвовало 25 компаний. Они представили проекты своей активной внутрикорпоративной политики и улучшенные условия работы для сотрудников. Хочется отметить, что в этом году у нас достаточно много организаций приняли участие. Это организации и бюджетной сферы, и производственной сферы, организации добывающих отраслей на промышленности. Хочется отметить то, что ширится география участников. То есть достаточно много районов организаций, которые находятся у нас в органах местного самоуправления. Вообще из 15 предложенных номинаций конкурс был проведен по 11. Теперь все 11 победителей будут представлять Бурятию на всероссийском этапе.